Добрый день, друзья! Всех поздравляем с началом новой рабочей недели. Наши прямые эфиры, конечно же, продолжаются. Сегодня у нас состоится эфир с представителем отеля, который находится в Египте, в районе Наама-Бэй. Это Новотель Хотел Шарм-эль-Шейх. Несколько секунд буквально и представитель отеля к нам присоединится, поэтому оставайтесь вместе с нами. Хотелось бы также отметить, что полетная программа в Египет стартовала. Летаем мы на авиакомпании МАУ, сейчас туры просчитаны из Киева в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и из Львова в Шарм-эль-Шейх, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Также хотелось бы отметить то, что страховка от COVID также включена уже в стоимость тура, поэтому и вашим туристам не нужно ничего нигде доплачивать. Несколько секунд, и ательер будет вместе с нами. Сегодня увидим один из моих любимых отелей в Египте. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте с Киева! Как у вас дела? Как погода? Здравствуйте! Новотель Шарм-эль-Шейх. Как погода? Как настроение? Погода прекрасная, настроение хорошее. Я буду проводить онлайн-тур по отелю. То есть мы сейчас находимся около входа. Да, я буду делать как общий тур, плюс буду акцентировать внимание на тех мерах, которые были предприняты в связи с ситуацией для большей безопасности гостей. Все, давайте, я начинаю. С удовольствием посмотрим. Давайте начинать. Смотрите, я начинаю со входа в отель. Я сейчас нахожусь вот на входе. У нас есть сотрудник из отдела охраны, который дезинфицирует, да, то есть когда гости заходят в отель, наш сотрудник дезинфицирует ковер, дезинфицируется багаж. На входе есть дополнительная информация о мерах предосторожности при коронавирусе. Также сразу же на входе у нас стоит санитайзер. И вот здесь вот для гостей доступны маски и перчатки. Таким образом, это вот Novotel Beach, мы сейчас заходим на ресепшн. Гости проходят контроль, да, то есть мы их сканируем. Вы можете посмотреть, что вся территория отеля, да, то есть у нас есть разграничение, как социальная дистанция, вот, между столами 2 метра, да, и максимальное количество человек двое. Если одна семья, мы тогда допускаем там до 4. То есть везде есть санитайзеры, специальные корзины, где мы оставляем перчатки, маски. В общественных местах также у нас есть стикеры, да, которые предупреждают гостей, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Персонал ресепшена работает в масках и перчатках. Опять же, здесь же доступны санитайзеры, да, чтобы гости могли продезинфицировать. И одноразовые ручки. Они идут в пластиковой упаковке, мы используем только одноразовые ручки. А что-то еще изменилось в процедуре чекина? Возможно, у вас есть онлайн-чекин теперь. У нас есть онлайн-чекин. Также мы минимизируем контакт, то есть гости могут отправить копии своих паспортов нам на WhatsApp. То есть у отеля есть как WhatsApp-группа специальная. Гости подключаются к бесплатному Wi-Fi и отправляют копии своих паспортов, чтобы минимизировать любой контакт. Вот, то есть они только берут одноразовую ручку и ставят свою подпись. То есть таким образом мы минимизируем любые контакты во время заселения. Это из нововведений. Вот. Ну и потом, соответственно, уже гости идут в номера. Я более подробно расскажу, что было предпринято. Вот сейчас я выхожу, да, то есть вот территория отеля достаточно компактная.
Опять же, вы видите, что везде мы изменили дизайн, да, то есть для того, чтобы максимально обезопасить гостей, то есть большое расстояние между столами. Вот, в принципе, отсюда мы можем видеть всю территорию отеля, да, то есть номерной фонд располагается у нас по обеим сторонам от ресепшена. Один основной бассейн подогреваемый. Тоже обратите внимание, большое расстояние между лежаками. Основной ресторан здесь же, в этом здании, и пляж. То есть я сейчас буду плавно спускаться вниз, покажу вам территорию. И потом мы пойдем посмотрим номер. С удовольствием. Скажите, пожалуйста, еще есть... Я пока вас немножко буду задавать вопросы, пока мы гуляем и смотрим. Так, уже спрашивают агенты, как можно присоединиться к вашей группе в WhatsApp. Насколько я понимаю, это по приезду можно будет сделать гостей в гостиницу, то есть можно будет присоединиться. Да, по приезду сразу же можно это сделать. Это делают сотрудники во время заселения. То есть когда гости заселяются, мы говорим, есть как бы специальный, можно отсканировать код. И подсоединиться, да, совершенно верно. Либо же просто сотрудники просят присоединиться. Вот, смотрите, то есть территория очень компактная. Основной бассейн. Здесь же бар около бассейна. Скажите, пожалуйста, вечерняя анимация проводится в этом баре, как это было раньше, или сейчас у нас нет? Вечерняя анимация проводится сейчас, только вечернее шоу на сцене, тоже, чтобы сделать максимально бесконтактно, да, потому что из анимации только у нас остались утренние акваэробика, йога, дартс и вечернее шоу, но опять же... С учетом того, что мы минимизируем любые контакты. Вот, то есть, да, здесь вечернее время музыка и вечернее шоу от анимационной команды. Здесь у нас основной ресторан. Вот мы сейчас зайдем на пляж, и потом я проведу уже по ресторанам. Знаменитый променад на Мабей как раз. Да, вот, пожалуйста, могу остановиться. Буквально 5 минут ходьбы, и вы на Мабей. Вот, в одну сторону. А как сейчас на Мабей? Работает вообще ночная жизнь? На Мабей работает. Сейчас в Шарм-эль-Шейхе, здесь тоже, смотрите, информация, сейчас в Шарм-эль-Шейхе сделали следующим образом, что, то есть раньше у нас был карантин, до 5, потом его сделали до полуночи, сейчас уже до 2 часов ночи. То есть кафе работают, рестораны работают, но опять же только те, которые прошли сертификацию, да, то есть они сертифицированы. Вот, если это заведение как бы прошло аудит, вот, то, соответственно, они открываются и работают. Вот, смотрите, то есть вот у нас достаточно большой пляж. 150 метров, пляж песчаный, максимально безветренно в зимнее время, да, то есть это является визитной карточкой отеля, да, то есть лежаки мы располагаем на расстоянии друг от друга, кроме тех случаев, когда, например, если приезжает одна семья, например, 4 человека, мы разрешаем гамаки ставить рядышком, лежаки. Вот, смотрите. Вот, то есть бухта на Мабей максимально безветрена в зимнее время. Вот, плюс у нас есть и песчаный заход, и коралловые островки. Также есть подвижный понтон 45 метров. Ну, как правило, ним гости не пользуются, потому что свободно можно заходить с берега. Ну, у вас действительно идеальный заход, не нужно ни коралок, ничего, с детками это вот то, что нужно, да. Как по мне. Совершенно верно, да. Здесь у нас пляжный... Что? Говорите? Я говорю, и плюсом есть то, что у вас вот эти действительно островки с живым кораллом, я сам видел, то есть действительно очень красиво. В
особенности с учетом того, что 3 месяца вообще не было никого в море, не разрешали же заходить, очень много рыбок, красивые кораллы. Вот. Я сейчас иду в сторону пляжного бара. Пляжный бар доступен по системе «Все включено». И вот здесь у нас 2 ресторана а-ля карт. Итальянский, да, то есть они находятся на открытом пространстве. Вот, рядышком с пляжем. Гостям предоставляется 2 бесплатных посещения. Одно посещение итальянского ресторана и одно посещение ресторана восточной кухни. Ну, то есть сейчас они в вечернее время работают, в обеденное, пока я вам просто покажу вот пространство. Да, а если гости хотят еще раз посетить какой-то ресторан, это возможно за дополнительную плату? Конечно, за дополнительную плату это возможно. А сколько это будет стоить? Там резервация или по меню? В зависимости от того, что гости выбирают, по меню. Угу, я вас понял. Вот. Скажите, пожалуйста, извините, перебью, задавали вопросы по поводу кондиционирования. В Турции, допустим, в общественных зонах кондиционер либо на минимум включают, либо вообще сейчас не включают. Как у вас? У вас разрешено это? Там в ресторане, ресепшене? Нет, у нас работают кондиционеры, просто, опять же, то есть нет никаких... запретов, да, то есть потому что, ну, погода, когда 50 градусов жары, то есть кондиционеры работают так, чтобы максимально была комфортная температура. Единственное, что инженеры сделали улучшение в плане фильтров, вот, то есть они вставили новые фильтры, ну, чтобы соответствовать запросам от Министерства здравоохранения, вот, а так кондиционеры работают, то есть на ресепшн, в ресторанах. Вот. Сейчас мы идем в сторону основного ресторана. К сожалению, завтрак уже закончился. Обед еще не начался. Ну вот я вам покажу. То есть на входе в ресторан измеряется температура. Это первое. Обязательно ставятся вот такие санитайзеры, причем они бесконтактные. И на экран выводится информация там, о правилах отеля, меры предосторожности, связанные с коронавирусом. Да? То есть мы сейчас в ресторане проходит уборка, да, то есть я вам могу показать. Вот здесь у нас есть QR-код, да, для сканирования меню, потому что сейчас одно из правил, да, мы минимизируем любую бумажную продукцию, то есть меню доступны в режиме онлайн. Соответственно, гости, которые хотят посетить ресторан, либо же ресторан а-ля карт, комплексное меню, это все сейчас предоставляется в онлайн-меню. Вот, я вам сейчас покажу образец, каким образом, вот смотрите, каким образом мы сервируем столы. В ресторане уже. Ну, шведская линия в основном ресторане все же осталась, насколько я понимаю. Да, в основном ресторане, сейчас расскажу, по сервировке столов есть 2 варианта. То есть у нас идет упаковка, стерилизуется вилки, ложки, ножи, и потом делается вот такая вот упаковка в конвертах. Да? Мы предоставляем санитайзеры и также на выбор гостей. Вот здесь вот доступны одноразовые ложечки-вилочки по запросу гостей. Ну и, соответственно, что со столов убрали соль и перец, да, и их предоставляют вот в таких вот небольших, одноразовых порциях небольших, да. То есть это вот из нововведений. Онлайн-меню, одноразовая, естественно, посуда. Я сейчас покажу, каким образом сервируют еду. Мы установили везде, вот смотрите, защитные экраны. То есть мы сохранили шведский стол, вот. Но опять же, каждая секция с защитным экраном, и здесь наши повара сервируют уже, допустим, еду. То есть это и в горячей секции, и десерты, ну то есть абсолютно все. Вот видите, то есть здесь везде установлены защитные экраны. Вот таким образом.
Ну, Так, а естественно, что задают еще... персонал работает в масках и перчатках. Давайте остановимся еще на ресторане, пока мы здесь. Задают еще вопросы по поводу детского питания, детского уголка, и есть ли безлактозное или безглютеновое питание для деток. Детское питание мы предоставляем бесплатно по запросу. Вот, то есть всегда на шведском столе всегда доступны, допустим, там отварные овощи, ну, то, скажем так, то, что входит в детское меню. Отдельно у нас сейчас нет уголка детского меню, мы его предоставляем. То есть если гости с детками, у нас есть отдельное детское меню, гости могут выбрать. Либо же мы, ну, мы готовим по запросу. А вот, детский мини-клуб, что? Мини-клуб на данный момент не работает, да, то есть у нас, мы минимизируем, опять же, потому что если со взрослыми можно договориться, то как бы в плане деток мы стараемся минимизировать. Вот, поэтому только в дневное время на пляже проводятся, ну, как у нас есть аниматоры, то есть они проводят игры с детьми. Все, детский клуб на данный момент не функционирует, но мы планируем открывать, когда будет открываться секция пальм, то есть территория доступна, но сотрудники и помещения на данный момент не работают. Вот. Ну и опять же, секция пальм на данный момент закрыта, то есть те гости, которые бронировали секцию пальм, мы заселяем, как бы повышаем категорию номера, заселяем бесплатно на первую линию в секцию бич. Ну, они получают как приятный бонус на самом деле, потому что первая линия всегда считается, ну, она дороже идет постоянно. Да, он идет дороже. Смотрите, я сейчас спускаюсь в наш спа-центр. Спа-центр закрыт. Мы оставили только тренажерный зал. То есть тренажерный зал работает. Вот, на входе у нас... Ну, то есть мы, опять же, между тренажерами сохранили расстояние, да, то есть здесь работает сотрудник, дезинфицируются тренажеры, и плюс, когда гости, ну, потому что мы лимитируем количество гостей, небольшое пространство, вот, есть, опять же, санитайзеры, и когда гости приходят, им предварительно оставляют санитайзер для обработки машин. А детский бассейн работает, то, что возле основного, я помню, там был небольшой. Да, он работает. Хотите, я туда могу пройтись? Да, если можно, пройдемся. Вот он, смотрите, это основной бассейн. И вот эта небольшая секция. Вот, смотрите. Он работает тоже, то есть у нас как бы... Вот это небольшая секция, детский бассейн, да, то есть он, видите, огорожен. И вот здесь находится центр выдачи полотенец, то есть здесь постоянно находится сотрудник, вот он на данный момент на другой стороне бассейна, то есть детки купаются под присмотром родителей. Правило. Вот таким вот. Но мне на самом деле нравится ваша территория. Она компактная и очень удобная, в том плане, что все рядышком и много зелени еще. Да, и очень, то есть секция бич комфортно будет гостям, которые предпочитают вот первая линия, чтобы все было близко, да, то есть пляж близко, бассейн, ресторан, то есть не нужно далеко ходить, потому что секция пальм – это немножко другой продукт, да, там, скажем так, большая зеленая территория, три бассейна, вот, то есть там, скажем так, предпочитают пальм гости, которые вот хотят тишину, красивую зеленую территорию, да, там прогуляться. Это однозначно в секции пальм. А в бич здесь очень все компактно, номера рядышком. Очень близко к пляжу. Вот, я возвращаюсь на ресепшн. Да, сейчас покажу вам номер.
У нас в секции бич номера идут стандартные. Как правило, идут с видом на сад и с видом на бассейн. То есть номера, которые с видом на бассейн, вот, допустим, второй этаж, у них будет частичный, вот смотрите, вот эти номера второй этаж, да, то есть у них будет вид на бассейн и частичный вид на море. Ну, как правило, мы позиционируем наши стандартные номера с видом на бассейн и с видом на сад. Вот, соответственно, по ценовой категории они немножко отличаются, то есть номера с видом на бассейн, то есть по факту одинаковый размер, одинаковый дизайн, но номера с видом на бассейн, как правило, идут немножко дороже в системе. Комфортное размещение, то есть все номера по факту дабл. Если у вас идет размещение 3 персоны, 2 плюс 1, мы предоставляем дополнительную кровать по принципу раскладушка с евроматрасом. Вот. Ну и, соответственно, что иногда допускается размещение 2 плюс 2, но с учетом того, что только одна дополнительная кровать может быть добавлена в номер. Вот, я сейчас вам покажу. Также у нас есть 8 номеров. Какая заполняемость отеля? Заполняемость сейчас максимальная, поэтому единственный номер, который у меня на данный момент есть, то, что вот я вам буду показывать, это номер категории Junior Suite. Он большего размера, чем стандартный номер. То есть, грубо говоря, если мы... Ну, стандартный номер, вот тот же стиль, тот же дизайн, только мы убираем вот эту секцию с диванчиком и столом, да, то есть он у нас будет меньшего размера. И другой дизайн, то есть ванна, все то же самое. Я сейчас начну. Вот. И потом в процессе, если у меня появится свободный стандарт, я вам покажу. То есть я начну с мер предосторожности, потому что они одинаковые во всех номерах. Вот. И что мы добавляем? То есть у нас в номерах мы оставляем халаты, тапочки предоставляем бесплатно по запросу. Вот здесь у нас пластифицированное полотенце пляжное. Мы их оставляем в номерах. Вот. Утюги, гладильные доски предоставляются бесплатно по запросу. Вот. Ну, опять же, идет стандартный набор. Допустим, мы предоставляем гостям либо картонные чашечки, да, либо же продезинфицированные и обработанные при высоких температурах стаканчики и чашки, то есть на выбор гостей. Вот таким вот образом. И полотенца в... Вот смотрите, полотенца в душевых кабинах тоже пластифицированы. Это вот из нововведений, да? Соответственно, опять же, убирается максимально бумажная продукция. Во все номера мы добавляем вот такие вот наборы. Здесь у нас маска, перчатки и салфетки с санитайзером. Вот таким вот образом. И то же самое, чайный, кофейный набор. Вот по тому же принципу мы предоставляем во все номера. Вот. И здесь у нас, опять же, есть и картонные, и обычные чашки. Мини-бар мы, если раньше у нас был в мини-баре были напитки, да, то сейчас мы все содержимое мини-бара убрали и только оставляем вот так вот 4 бутылочки воды. То есть то, что у нас было раньше, 2 колы, 2 фанты, 2 спрайта, 2 пива, пока что мы в связи с вот мерами предосторожности убрали, ну, как бы, таким образом. Вот, все. Ну, и балконы, естественно, меньше. Я сейчас посмотрю, есть ли, потому что вот это, например, номера люкс, они идут с прямым видом на море, но их всего лишь 8. Вот, то есть, может быть... Но вид действительно шикарный, у вас один из самых лучших пляжей. Согласна с вами. Ну и плюс расположение, за счет того, что располагается по центру бухты, у нас максимально безветренно. Потому что бывает, например, гости бронируют зимой, хотят поехать погреться, а там в течение недели, например, может быть ветрено. Или же пляж закрыт. Да, то есть так, ванну я показывала. Ну понятно, что здесь все... Опять же, ну, увеличивается, допустим, в нашем случае
добавляется количество дезинфицирующих средств, да, то есть Министерство здравоохранения сделало дополнительные, как бы, ну, добавки к стандартам по уборке, по дезинфекции. То есть, естественно, что это все соблюдается. Мы прошли все инспекции, получили сертификаты, то есть отель работает уже вот с 1 июля. Вот. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, потому что, в принципе, я вас провела везде. Мы сейчас спускаемся на ресепшн, будем идти. Может быть, какие-то вопросы у вас есть? Да, есть. Смотрите, если гости прилетают в первый день, допустим, рано утром, они могут пойти на завтрак или нет? Как правило, да, то есть в обычное время, да, то есть в нормальное время у нас было следующим образом. Концепция All Inclusive начинается в 12 часов в день заселения и заканчивается в 12 часов в день выселения. На данный момент, по факту, когда приезжают гости, у них раннее заселение, мы бесплатно отправляем гостей на завтрак. А в последний день после чекаута уже все будет идти за дополнительную плату или еще нет, если, допустим, вечерний вылет? Да, совершенно верно. Как правило, да, но опять же, у нас достаточно, как бы, гибкий отель. То есть, например, если гости в первый день приехали поздно, то есть они, допустим, приехали вечером, то в последний день мы оставляем им браслеты, да, то есть, ну, по правилам отеля 12 часов выселения, в 12 часов срезаются браслеты. Хорошо. А если у гостей после чекаута, но все-таки поздний вылет, они могут где-то там пойти на пляж на весь день, допустим, могут вам, пойти на пляж, потом сходить в душ, привести номер, себя в порядок. Например, да. Либо могут сходить, допустим, на пляж, после мы предоставляем комнату, чтобы принять душ, переодеться. Либо гости могут продлить номер, то есть если у нас есть такая возможность, мы продляем. Если есть возможность, например, мы можем несколько часов продлить бесплатно. Вот. Но опять же, это все индивидуально, это зависит от заполненности отеля на момент выезда гостей. Но, как правило, мы всегда стараемся максимально пойти гостям навстречу, чтобы им было максимально комфортно. Вот. То есть делаем исключение. Если, например, гости выезжают поздно, то мы всегда кормим детей, да, то есть мы предоставляем завтраки и обеды деткам. Это было в любое время, там, вне зависимости от, ну. Я понял вас. А скажите, пожалуйста, для репитеров, либо есть ли у гостя день рождения, или это молодожены, что-то есть у вас? Для постоянных гостей у нас комплименты, то есть мы повышаем категорию номера по возможности отеля. Также мы отправляем комплименты, то есть корзинку фруктов в номер. Если у гости молодожены, либо же годовщина свадьбы, мы тоже стараемся предоставить хороший номер и отправляем тортик в номер гостям. Вот, то есть у нас идут комплименты постоянным гостям, молодоженам, годовщина свадьбы, дни рождения, естественно. Вот, ну, опять же, с постоянными гостями мы всегда стараемся поддерживать связь. Вот, они могут предварительно нам написать, допустим, запросить раннее заселение, либо же позднее выселение. Вот, мы всегда стараемся идти навстречу. Вот, допустим, скажите, сейчас... А, да. Вот даже туристы комментируют, что были в отеле первый раз, был день рождения, очень красиво украсили стол цветами. Да. Делаем декорацию номера, и если гости хотят праздновать день рождения, например, в ресторане, по их запросу мы организовываем столик, это на бесплатной основе, и его декорируют, и потом, когда гости, например, поужинали, им приносят тортик, и персонал отеля поздравляет. Но это делается по запросу гостей. Ну, либо же туроператора, например, если кто-то из турагентов хочет организовать своим туристам праздник, тоже можно связаться с нами.
Вот, Хорошо, сейчас а аэробика, да? Слушаю вас, спрашиваю. Алло. Да, немножко картинка подвисла. О, а детской площадки, насколько я помню, в Новотель Бич нет. Я вас не слышу, повторите, пожалуйста. А, говорю, детской площадки, насколько помню, в Новотель Бич нет у вас. Да, детская площадка только находится в секции Новотель Палм. Там же детский клуб, там же детская площадка. Понял. Ну, в принципе, мы подошли к концу, к нашему логичному. Спасибо вам большое за то, что уделили нам сегодня время, за то, что показали отель, знаете, как мини-ориентейшн получился. Вам хорошего сезона прежде всего, хорошей заполняемости высокой. Вот. Спасибо мы огромное будем еще. Рады вам и вашим гостям. Спасибо большое. Спасибо. Видео мы сохраним, и вы сможете потом просматривать, кто не увидел. Поэтому спасибо вам еще раз. Привет вам с Киева. Всего доброго. До свидания. До свидания.